Сегодня я хочу, друзья, поговорить с вами на одну очень важную тему, но перед этим давайте помолимся. Давайте еще раз склоним наши головы, и все, кто думает, помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы сегодня благодарим Тебя, славим Тебя, величаем, благословляем Господь сегодня Твое имя, превозносим Тебя. Господь, я молюсь Тебя, чтобы Ты благословил сегодня наши сердца, наши жизни слышанием Твоего Слова. Господи, те, кто есть сегодня с нами, также в онлайне, Боже, прикоснись к Ним, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь. В одной из предыдущих проповедей, друзья, если кто-то внимательно следит за всегда, вы в теме. Вы помните, я говорил, почему, я объяснял, почему Бог такое внимание удивляет, уделяет хвале и почему ему так сильно нравится ободрять нас, толкать нас, подталкивать нас в активную хвалу. Кто помнит? Я объяснил, я дал ответ на этот вопрос. Почему? Неужели он такой эгоист? Неужели все должно быть только для него, вокруг него, его там прославлять, восхвалять? Кто помнит, что я ответил? Не помню, да? надо пересматривать проповеди. Потому что, да слушайте, Бог так хочет заставлять, простите за это слово, но Он пробуждает нас, побуждает, заставляет нас хвалить Его, потому что Он знает, что хвала в первую очередь полезна нам. Она нам полезна. То есть, а, так это, а что это получается? А получается, друзья, что Бог настолько сильно любит Рому, пастора Ивана, пастора Свету, что он говорит, друзья, хвалите меня, потому что вы в результате этой хвалы наибольшее благословение получаете кто? Вы сами, а я, а, а я всегда думал, что это Бог такой, вот а, он такой, тут его и хвалите ему, и прославляйте его, еще и поклоняйтесь ему, а жирно не будет, не будет, главное, чтобы тебе жирно потом не стало сильно. Потому что, когда мы славим его, в первую очередь благословение получаем мы сами. Вы даже не понимаете, друзья, вы знаете, когда мама заставляет ребенка учиться, кого, ради кого она это делает. Ради себя, чтобы она красиво выглядела на учительском собрании, да, на родительском, чтобы похвалились ее, какая она молодец. Да нет, друзья, она его заставляет, потому что она его любит, и она хочет, чтобы ему было хорошо, чтобы он потом не говорил о том, что... Помните, как это, как это, пострывали, мне как-то видео сбросило, 4, 5, 8, 4, 24, 4, там, пол четвертого, пол пятого, стоит вообще человек, не понимает. Понимаете, 2 плюс 2 равно 8, как я смотрел один украинец, в чат рулетки, спрашивает, говорит, сколько будет? 100 минус 13. Такой, пауза. Потом, 83. Говорит, нет, серьезно. Она. Хорошо, ладно, окей. 73. Понимаете, друзья, и ну вот чтобы потом так не было стыдно, Бог, друзья, Он хочет, чтобы мы были благословлены, поэтому Он говорит, почитайте все псалмы, кого Он побуждает, что Он побуждает нас делать? Хвалить Его. Хвалить Его! Еще раз повторяюсь, друзья, ему нормально, ему очень даже мягко сидеть, поверьте. Но трон хвалы важен для нас. Потому что когда, как сегодня пастор Валя, очень, очень, вы не знаю, услышали вы это откровение или нет, я его очень услышал. Потому что, друзья, когда мы почитаем Бога, в первую очередь благословение приходит к нам. Когда пророк не остается без чести в своем отечестве, друзья, Бог через него творит чудеса. Поэтому хвала в первую очередь важна для нас. Хочу прочитать вам потрясающее место из Писания. Сегодня тема проповеди звучит следующим образом. Благословение под, подобающей хвалы. Благословение я подобающей хвалы. Что такое подобающая хвала? То есть та хвала, которая на должном уровне. Хвала, которая там топчик, как у нас называется. Которая в топах. Хвала, которая в топах, вверху. Лучше всего, самое классное, непревзойденное, выдающееся, оказывается, у такой хвалы, друзья, еще и есть что? Благословение. И сегодня я бы хотел об этом с вами поговорить. 146 псалом, первый стих. 146 псалом, первый стих. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Давайте еще раз прочту внимательно, внимательно услышьте, друзья. Но еще раз сказал, не просто услышьте, вообще вкладывайте свое сердце, принимайте решение. Вот читая эти строки, выходите из себя, выходите за пределы своего привычного представления о хвале и поклонении. Еще раз хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно хвала подобающая. Друзья, всего лишь один стих, простые слова. Простые слова, но какой здесь есть результат? Вот сегодня я хочу поговорить с вами именно о результате этого стиха. Смотрите, в этом стихе есть три вещи, которые нам необходимо разобрать для того, чтобы мы с вами могли получить по-настоящему благословение этой подобающей хвалы. Первое, давайте мы разберем сегодня с вами, что такое есть хвала подобающая. Поймем, осознаем, как это, как это, все-таки внимание, хвала это вот так. Или это вот так, как Ксюша Величка. Или все-таки хвала это вот так. Давайте разберем, друзья, какая из них подобающая. А есть еще люди, знаете, есть люди, у которых, как это называется, когда у него проблема с чувством ритма? Знаете, которые хлопают вот так? И вот они вот хлопают мимо все время, мимо так-то. Может, им вообще хвалить не надо? Может, они вообще для этого не созданы? Не рождены! Друзья, давайте разберем, что такое хвала подобающая. Это первое. Второе, смотрите: благо! Кому нравится это слово? Мне оно нравится. Ибо благо, и еще вообще это сладостно. Все сладкоежки скажут аминь. Итак, друзья, давайте будем разбирать с вами. Сначала разберем. Но вначале давайте я просто объясню вам, какова проблема с хвалой? Почему хвала мы уже все понимаем о том, что это круто. Все это уже понимают, все это знают. Тогда вопрос, что, почему, почему с этим есть такое столкновение, почему есть такая проблема? На, на пути у хвалы, истинной хвалы Божьей, друзья, стоит всего лишь две вещи. Первое наши культурные установки, и второе отсутствие разумения величия Бога. То есть, грубо говоря, когда мы первое, а, мы не понимаем, насколько Бог велик, мы его и не славим. Ну, потому что мы просто не понимаем. Вот я вам приведу сейчас простой пример, друзья, насколько понимание, понимание в каких-то вопросах, оно влияет на наше состояние. Кто сегодня внимательно слушал, о чем говорила пастор Света, когда перед тем, как она молилась за военных? Кто слушал эту историю? Слушали? У кого слезы были? Были, да? Прям вообще ты, фух. А в чем вопрос? Секундочку. Ей всего-навсего, когда она туда попала, вдруг пришло осознание – того, какую цену платят люди. Кто из вас знает, что у нас идет война? Кто из вас знает, что люди гибнут? Кто из вас знает, что люди ранения получают и увечья? Все знают, все. Но большинство из нас это не останавливает вообще никак, вы понимаете? Оно не затрагивает нас пока мы не окунаемся в эту ситуацию. Я удивлю вас, друзья, возможно, но точно так же, когда начинается первый аккорд, вот этой, кавычках мы уже не говорим, музыкальной части, некоторые еще раз, мы просто пропускаем ее. Знаете, для нас такой типа, ну, к третьей песне подойду, там уже ближе к проповеди. Так мне вас жаль. Потому что, друзья, вы не понимаете, какие благословения Бог заложил именно в хвалу. Так вот, смотрите, когда у нас приходит осознание величия Бога, то я не просто хвалю Его, я из себя выхожу, потому что я понимаю, слушайте внимательно, с каким крутым дядькой я в это время общаюсь. Это не просто крутой дядька, это мега крутой. Он тот, который там, где не было, он тот, который двигает горы, он тот, который прокладывает дороги там, где их никогда не было. Не было. Я вам расскажу, однажды мы, когда жили в Америке, мы ездили через перевал. И в этом перевале есть туннели. И когда я подъехал к этому туннелю, эти туннели появились давно. То есть они, знаете, не такие там построены чуть-чуть, вот они лет 300, как уже эти туннели были прорублены. Откуда я это знаю? Потому что там, что я видел в туннелях? Вот когда ты подъезжаешь к нему, там такая скала, и в этой скале прямо видно, как забивали вот э, эти самые колья. Вы знаете, как пробивают вообще туннели, раскалывают? Берут колья металлические стальные и вот так вот там лупят по ним, дудух. Дудух! Причем четыре человека, вот так они лупят по ним, он заходит глубже, 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 стержень в какой-то момент нарушает целостность камня, и он отваливается кусок. Друзья, вы понимаете, там были скалы, и люди прошли. Насколько величественнее Бог? Насколько Он величественнее? Когда ты начинаешь славить Бога? Почему, простите, почему мы не славим его часто? Потому что мы не понимаем. Мы подходим с пониманием, знаете, суетной жизни такой. Что там, где там, а, какая а, а, классная песня, а, забористая, за, за душу берет. А, крутая, ты что, она мне очень тупака напоминает. там. Или что там, напоминает эти подмосковные вечера кому-то. Кому-то миллион алых роз, кому-то там муси-муси, пуси-пуси. Знаете, мы вот так же оцениваем это все. Мы вот так. А, а ты о ком поешь вообще? О чем там? И второе, друзья, это наше культурное предпочтение. Только в нашей стране. Ну, кто помнит еще? Ну, я помню это. Я, я был маленький, но я помню. И где-то через полтора часа. Ой, что ты не пришел. Ой, что ж ты не пришла? Вот вы понимаете, когда мы петь начинали? Когда язык развязан? Уже все. Держите меня семеро. И мы начинаем петь. И слушайте: ведь никого же не напрягало, да, стройно поют. Я иногда, а мне так с детства, мне родители сдали в хор, я помню. Я где-то к третьему классу я уже различал: где до, где ля, где си и так далее. И знаете, как это слушать, когда э, ну, раскрепощенные взрослые поют мимо нот? Там пять человек, пять партий. И каждый старается громче, потому что если ты тихо поешь, то ты как бы не со всеми. Кто помнит эти песни? Помните? Кто помнит? А кто пел еще даже ката? Ну пелишь, помните, и пели. Друзья, вот наша культурная традиция. Сначала, фу, а потом раскрепощенный, я могу уже славить. Друзья, это неправильно. Объясню вам, Бог создал, чтобы мы славили Его как раз для того, чтобы потом не пришлось вот, чтобы расслабиться. Как говорит пастор Ваня, в чем проблема людей, которые э, хотят бросить пить? Их проблема, самый большой страх в том, что они не понимают, как дальше жить, как строить нормальную жизнь без вот этого. Им хочется петь, но без этого не поется. Друзья, уберите культурные традиции. Библия говорит, что мы, какой народ? Мы странники и пришельцы на этой земле. Мы его народ. Друзья, мы не украинцы, но мы другие. Вы понимаете? Мы новое творение во Христе Иисусе. И вот эти препятствия два, они стоят у нас на пути. И мы тут, знаете, такие, все, вот, Честно, я вам серьезно говорю, вот, вот, вот посмотрите на детей, они хотя бы честные. Знаете, дети, вот вы видели, когда детское служение, в хороводе они идут, один из детей бежит, скачет, довольный, второй идет. Они хотя бы честные. Ну не хочет он петь, ну не танцуется ему сегодня, ну так он ребенок, он же пока не понимает. А ты, а ты, ты что тоже не понимаешь и все время все... <связывая> <«Аллуя> И тут пострывали. Она ее же не любят. Вы знаете, за что не любят пострывать? Она же мешает спать. Она же спать мешает во время поклонения. Тебе 32. У меня ноги устали. Ну Владик это вообще. Его же за стекло, знаете, зачем посадили? Яйцами, чтобы если кидают, вы по долетели. Друзья, послушайте, мы другие, мы же приходим, чтобы славить Его. И знаете, вот давайте еще раз смотрите: ибо это радость, благо, ибо это сладостно, хвала подобающая. Я для себя записал, какие компоненты а, определяют друзья. Кто-то говорит: так что мне теперь безумствовать, играть роль, играть. Нет, не надо безумства. А почему ты считаешь, что славить Бога это безумие? Почему ты не считал это, когда ты после второй бутылки славил кого-то, непонятно? Почему тогда это не было безумие? Я, наверное, думаю, самый простой способ, друзья, избавить человека от алкогольной зависимости, записать после третьей бутылки, как он себя ведет. И на трезвую ему показать. Не помогает, да? Ну, прости, я сделал все, что мог. Я к чему веду, друзья? Что на самом деле не надо играть роль. Это не безумие. Это не перед людьми. Мы делаем это перед Богом. Если я осознаю, насколько велик Бог, моя хвала перед Ним. Моя хвала перед Ним. Я, я прошу вас все-таки, может быть, на вечер хвалы хотя бы. Но сделайте вот, как тогда мы сделали в Атласе. Помните эту песню. Я танцую, как Давид, с видео. Вы понимаете? Мы многие же, мы же не понимаем, как Давид танцевал. Мы думаем, еще раз, все думают, что Давид танцевал примерно вот так. Вот примерно вот так он хлопал. Да вы посмотрите, как он танцевал. Его жена с ним, ну, сказала, вечером можешь не приходить. Потому что ты посмотри на себя, все видели твое нижнее белье. Вы понимаете, друзья, как он скакал? Почему? А, южный человек горячий. Да не горячий он ничего, друзья. Он, он вообще непонятно какой был, потому что мы вообще не понимаем. Я его почитаю, первые псалмы, друзья, это уже вообще, депресси, депресс, на антидепрессантах человека надо было посадить. То псалмы, то плохо, все хорошо, все плохо, все плохо, все хорошо. У него какое-то вообще вот так вот было. Качели. Аминь. Да, ПТСР. Итак, друзья, из чего складывается подобающая хвала? Давайте откроем одно интересное место из Писания. 49-й псалом, 23 стих. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение свое. Смотрите, друзья, очень интересная вещь. Внимание. Читаем этот стих. Приносит хвалу в жертву. Послушайте, друзья, жертва никогда не бывает с белым воротничком. Вы знаете, в Америке 30-х годов было три категории людей три категории людей. Смотрите, были белые воротнички, голубые воротнички и острые козырьки. Давайте объясним, что это означало. Белые воротнички, белые воротнички, это те, которые работали в офисах. Они одевали белые рубашечки, и они ходили в офисах. Голубые воротнички это были те, которые работали там в пиццериях всяких, знаете, вот таких вот, потому что, ну, красиво, чтобы было, чтобы они соответствовали те, кто к ним приходит. А острые козырьки это те, которые ходили в кепках, знаете, такой, у них единственное украшение жизни была кепка. Все остальное у них было очень ветхое. Так вот, я к чему веду, друзья, смотрите. Эти белые воротнички, они назывались белыми воротничками, потому что их воротнички, сколько бы они ни работали, оставались белыми. О чем это говорит? Работа у них была не пыльная. И знаете, мне иногда кажется, что мы все белые воротнички, когда речь заходит о хвале. Не пыльная работа. Она должна быть не пыльной, понимаете, априори. Я вам уже рассказывал. Вы возьмите когда-нибудь. Э, Когда-то был один такой человек э, 50, в истории пятидесятнического движения, пробуждения в Украине. Был такой Воронаев, если не ошибаюсь, я не помню, как его зовут. И вот однажды он сделал такую, у него была э, такая история. Однажды его пригласили в церковь, похоже, проповедовать. Он пришел в церковь, ну, так обычно э, пришел. И, знаете, как вот его посадили туда, где-то сзади сел, ему говорят, садитесь туда, он сел в церкви, сидит. И тут, когда уже идет служение, а все же знают, что он должен проповедовать, выходит проповедник и говорит, если у нас там такой-то, такой-то Воронаев, вы же сегодня проповедуете, идите сюда, мы вас не видим. И он оттуда говорит, идите сюда, идите вперед, садитесь вот здесь, вам надо. И вот когда закончилось служение, он отпроповедовал, посадили, мы же гостеприимные люди в Украине, правда, его посадили покушать, после проповеди, он сел, там подали варенички со сметаной. И знаете, что он сделал? Смотрите внимательно, научитесь, запомните этот пример. Он, значит, берет этот пиджак, хороший, красивый, в котором проповедует, берет и в сметану его. В сметану макает. Все смотрят, как бы, что случилось. А он, знаете, им так, на зидание говорит, смотри, говорит, это не меня пригласили, это тебя кормят. Потому что, друзья, иногда для некоторых из нас вот это внешний фасад, марка, которую мы пытаемся держать, это же все. А Библия говорит, когда ты хвалишь, это нужно что сделать? Принести в жертву. То есть от этого не должно остаться и следа. То есть буквально это не должно быть присуще тебе. Понимаете? Я присутствовал на родах своего второго ребенка. Я не помню, что мне жена, когда мы проснулись утром, это не касается вообще все. Я не помню, когда в полпятого она сказала, надо ехать в больницу, надо накраситься, как я буду выглядеть. И во время родов я тоже не помню, что она говорила о том, что, ой, как я выгляжу сейчас. Потому что в этот момент мы приносим вот этот свой внешний вид во что? В жертву. Потому что то, что происходит вот там, оно важнее. Поэтому, друзья, когда Давид пишет здесь, он говорит, кто Приносит хвалу в жертву. То есть тебе нужно принести эту жертву. Ты не можешь это делать не вспотев. Ты не можешь это сделать, друзья, не отдаться, не отдавшись. Не, знаете, вот такой, знаете, на, на расслабоне. Ча, на расслабоне, нормально, тут покачаем немного. Нет, оно так не работает. Или ты приносишь это в жертву, или все. Или этого нет, или это не хвала. Поэтому дам вам пять пунктов, друзья, о том, что определяет хвалу подобающую. Первое мой чистый мотив твой мотив должен быть чистым. Я должен понимать в этот момент, что есть я и Бог, и больше никого нет. В этот момент больше нет никого. Никого нету. Вы понимаете? Для большинства из нас это невозможно. Большинство, а что меня? Как на меня посмотрят? Что про меня думают люди? У нас как-то, я помню, давно-давно-давно было прославление, пастор Валя говорит, пришла ко мне, говорит, слушай, как мне помочь этой сестре? Говорит, она на служении стоит, говорит, поклоняется и глазами по так, вот. По залу. По залу. Как на нее смотрят люди? Скажите мне, кого в этой хвале нету? Ее. Там нет Бога. Твой чистый мотив. Чистый мотив это когда здесь только Ты и Он. И ты приходишь туда для того, чтобы встретиться с Богом. Ты там, для того, чтобы встретиться с Ним. Ты не отбываешь номер, ты не проводишь время, ничего. Ты там, чтобы встретиться с Ним. Вы знаете, я вам честно скажу, если для вас прославление хвала музыкальная часть, лучше, ну честно, не обижайтесь, но ну, лучше не приходите. Хотя бы вам так легче будет. Это ж какое мучение, если твой мотив получается, он тебя вот, вот крутит. Нет, пусть твой мотив будет чистым. Это первый элемент подобающей хвалы. Второй элемент подобающей хвалы, друзья, мое осознание его величия. Если я, не мой разум, мое сердце, моя внутренность не наполнена, не переполнена, не преисполнена, она не проистекает, она, знаете, не мироточит его величием, в этот момент, друзья, то, что я делаю, это просто музыкальные аккорды. Это мелодия, которую я подпеваю я не пою мелодию, друзья, поймите. Знаете, когда-то я помню в одной церкви, если я не ошибаюсь, по-моему, это было слово жизни Армения, пастор этот Симонян, и он рассказал, у них была ночная молитва, он говорит, такое присутствие Божье было. Говорю, и говорит, в это время говорит, группа прославления затихла, музыка затихла, говорит, а мы слышим пение. И они говорят, мы даже записали это на аудио, там записано, говорит, это пение ангелов. Так я вам хочу сказать, когда мы попадем на небо, друзья, там ангелы. Знаете, что делают? поют. Они славят Бога. Поэтому здесь, на земле, мне тоже необходимо научиться это делать. Поэтому обязательным элементом подобающей хвалы является осознание Божьего величия. Осознавать внутри. Быть в этот момент. Кто-то скажет, пастор, а вы там сказали, выходите из себя. Я сказать вам, почему у некоторых из нас у некоторых верующих не получается никогда в жизни выйти за пределы себя. Сказать вам, мы не можем, мы, мы как бы, как это объяснить, мы чуточку больше, чем он. А зачем выходить ради того, кто не такой, как ты? Ну а зачем? Ну а зачем? Знаете, есть такое э, научное исследование в Америке, можете, можете посмотреть это в Ютубе везде, посмотрите, там даже есть один американский миллионер, который пережил клиническую смерть. Все наблюдают, что люди, которые пережили около смертные переживания, у них меняется полностью их социальная составляющая. Они готовы раздать все свои деньги. Они вдруг начинают понимать, что они ничего не значат. Они понимают, что их жизнь ⁇ это мгновение, это пылинка, которую ее нету, все, она сдулась. Это как одуванчик впаду и улетел, и ее нету, нету твоей жизни. Бог нам много об этом говорит. Правда в слове. Посмотрите, жизнь ваша, как пар, который поднимается утром. посветило солнце, и нету его. Жизнь, как прах, как пыль. Он много об этом говорит. Но мы, друзья, мы по-прежнему убеждены. Нет! Я что-то значу. Я что-то означаю. Послушайте, значимость человека, настоящая значимость, приходит в тот момент, когда мы осознаем значимость его величия. Я как-то с сестрам, когда разговариваю, знаете, у девушек после там 20, 22, 23 лет часто наступает такой период. Если никто, точнее, если она никому не нравится, у нее начинает понижаться самооценка. Знаете, о чем я говорю? Начинает казаться, со мной что-то не так, я какая-то не такая. Вы скажете, нет, у меня не так. Окей, у вас не так, хорошо. Я говорю про тех, у кого так. Про те 95%, которые не врут. И вот она, понимаете, ей надо, чтобы. Я ей говорю, послушай, что ты ищешь? Ну, ну, найдешь ты себе какого-то. Ну, он тебе всю жизнь поломает. Я говорю, ты когда-то читала Библию, а что там? Я говорю, в Библии написано: Бог называет каждую звезду по имени. Поднимите руку, здесь есть в этом зале звезды. Не поднимайся. Да вы каждая звезда. Но Бог называет вас. Не в Нам надо, чтобы Вася Пупкин с соседнего переулка в промежутках между у, -у, -у звезда пошла. Я такая. да, я такая. Понимаете? Такая штука. Я сейчас не говорю о том, что не надо выходить замуж, выходите, какая проблема. Но вопрос в том, что поверьте, что Бог знает вам цену гораздо больше, чем вы сами себе ее складываете. Поэтому осознайте Его величие, осознайте, насколько Он величественный. Третий, друзья, элемент – это вовлеченное участие. Послушайте, друзья, если вы хотите, вот, знаете, я как-то вот объяснял одному человеку, помню, рассказывал, разъяснял, говорю. Он, знаете, приходит и все время, это не так, это не то, это не так, это плохо было, это плохо. Я говорю, ты знаешь, я говорю, слишком много, говорю, запаха от тебя нехорошего. Я говорю, хочешь, я тебя научу радоваться любому мероприятию, даже похоронам. Хотите? Вовлекайся. То есть, грубо говоря, вовлекись. Участвуй. Вот буквально участвуй. Знаете, у меня, я, когда наш старший сын учился в школе, у них была такая, как бы, не знаю, должность, ну, такая социальная ответственность. Называлась Room Dad, комнатный папа. То есть, грубо говоря, в мою, в мои функции входило придумывать, когда у них какие-то праздники, там, 14 февраля или что-то такое, до пятого класса, я им придумывал программы. Слушайте, я их фокусы освоил разные. Я там, короче, научился, и как в газировку бросаешь пуговку, а она поднимается, а потом вниз, она уходит вниз. Я все изучил. И знаете, кто больше всех радовался на этих праздниках? Я. Так я в них вовлечен был. Я их придумал, я их делал. Мне так весело было. Они хотят, я хочу. Так классно. И приходят, вижу, знаете, лица родителей, которые сидят, знаете, так. Потому что дети на них смотрят. И им неинтересно, интересно, они не участвуют в этом. Вы когда-нибудь попробуйте с ребенком поучаствовать в его игре. Так это же весело. Это же весело. Попробуйте в хвале поучаствовать, это круто. Сладостно, это благо оказывается. Я, я. Может, вы поймете, что Ксюша скачет? Может, до вас наконец-таки дойдет, что она не просто тренирует там четырехглавые мышцы бедра, а что она по-настоящему в этот момент что-то переживает, чего вы когда-то еще не переживали. Вы переживете, может быть. Ну, попробуйте! Вовлеченное участие. Четвертый элемент, друзья, подобающий хвалы, он заключается жертва хвалы. Хвала должна быть жертвой. Не может быть хвала вот это смотрите. Ну, ну не, не, не жертва, друзья. Ну, простите, ну, все ж взрослые, ну, вы как бы возьмите интимные отношения мужа и жены. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Ну, ну вовлеченное участие твое должно быть. Жертва должна быть! Или мы с вами с разных планет? Прям совсем уже настолько? В чем жертва? Я не буду сегодня объяснять, давайте. Ну, я имею в том плане, что прям надо очень вовлеченно участвовать. Тогда всем будет хорошо. Себя принеси в жертву. Друзья, жертва хвалы. Вы уж простите, ну, ну слушайте, ну, ну простите, но мне, я же как-то хочу до вас достучаться. Вы понимаете, что, друзья, а вас же можно, слушайте, среди нас с вами, надо во время проповеди можно нормально сберегать мороженое мясо. Оно не пропадет никуда. Вы знаете, был такой проповедник, расскажу вам ладно историю, был проповедник такой Майлз Монро. И если кто-то слышал, очень образованный дядька был, очень образованный, у него четыре высших образования. И вот после одного теологического образования ему определили практика, прохождение, его определили в одну из церквей. А кто знает Америку, Амер... в одной из церквей Америка? Америка, она на севере более такая, знаете, свободная, демократичная, там нет разницы твой цвет кожи, а юг страны, там где процветала раньше работорговля, давно-давно, по-прежнему еще остается. Кто не знает, там еще в 60-е годы темнокожих вешали. Просто за то, куклук склам был, просто за то, что на юге, ну немного там такой, знаете, неоднозначно. И вот представьте, его, а он такой темнокожий, темненький чуть, чуть, загорелый, и вот его отправляют, определяют пастором в церковь одну на юге Америки, он приходит, а там 100% э -э, ну, к конгрегации, то есть общины белые, и он выходит, знаете, вышел на сцену, и тишина. Как у нас, помните, и мертвые косами, тишина. Слышно, булавочку урони, все будет слышно. И он, знаете, а он такой молодец с юмором, такой он говорит, вы знаете, говорит, теперь я точно понимаю, как чувствует себя изюминка в рисовой каше. Вот так и я, друзья, иногда, когда говорю вам проповедь во время, понимаете, я как-то ну ж... характер нордический. Все, вы что, Штирлица пересмотрели или как? Что с вами не так? Так еще раз говорю, друзья, жертва хвалы. Ну вспомните. Ну хорошо, ладно. Вы когда на Пасху, яйца Пасха и Кубаска, вы что, не жертвуете? Ну, сынку, ну давай еще, еще колечко колбаски. Давай еще холодца. Давай еще. Кто жертвовал, кто помнит? И ты, ты уже не можешь встать, да, Люда, из-за стола? Ты уже все, ты уже такой. Э, 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 и уже дыхание верхнее. Оно уже ниже не опускается. Кто помнит этот момент? Жертва. Это жертва, друзья. Да, обидишь бабушку, она всю, она кости перемывала всю ночь. То ли тебе, то ли холодцу. Шутка. Хорошо. И последнее, друзья. Смотрите, я сегодня, я вот пятый пункт прямо во время сегодня служения. Я даже сегодня вот, видите фотографию сделал прямо во время служения. Я записал пятый пункт. Мое пророческое посвящение Богу. Я помню, мы были в Америке, один парень, мы пели песню, я не помню, слова на посорвали, помнит, помните, там какая-то, что-то всю свою жизнь тебе там отдаю и так далее. И он говорит, пастор, я не могу петь эту песню. Я говорю, почему? Он говорит, ну я же не отдаю ему. А, сильнее, чем жизнь, люблю тебя. Он говорит, ну это же неправда. Я говорю, в чем неправда? Ну сильнее, чем жизнь, люблю тебя. Я же не люблю Бога сильнее, чем жизнь. И знаете, я помню, я вначале такой, типа, ну да, не. Такой, знаете, у меня когнитивный диссонанс. И вот я записал для себя, я сфотографировал текст песни, которую сегодня пели. Вот давайте я увеличу. Бьется сердце мое для тебя, Кожен подих мій для тебе, все, що я роблю для тебе, Ісус для тебе все. Хто із вас може з увереністю сказати, що ваш кожен подих сьогодні для Бога. Друзі, давайте будемо чесними. Це не так. Но что такое хвала? Послушайте, хвала подобающая – это мое пророческое посвящение Богу. Это когда я пою, друзья, и если я даже сегодня еще так не живу, но я пророчески, я верой провозглашаю, что я буду так жить. Я провозглашаю, я утверждаю, я устремляюсь к этому. Вы что думаете, все песни поклонения – это о нас или прославление? Нет, нет. В некоторых песнях прославления но мы обличаемся иногда ими. И слава Богу, но пророчески я могу петь, но это только возможно, когда хвала, она объемлет меня, она захватывает меня, она увлекает меня, она, 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 она несет меня, она, она как потоп, знаете, она как наводнение, как цунами, она сносит меня. Только тогда эта хвала может увлекать меня. Знаете, что я заметил? Есть много верующих людей, которых жизнь делится на две части. Есть та часть жизни, которую они позволяют Богу менять. Есть другая часть жизни, в которой они живут сами. Так вот я вам хочу сказать, вы ошибаетесь. Потому что в первой части Бог тоже не действует. Бог или все, или ничего. Он только так живет. Или все ты отдаешь ему. Или он просто говорит, я подожду. Подождем. Подождем. Вы знаете, я помню, я ходил, я когда пришел к Богу, первые четыре месяца я ходил. Со мной помолились, помолились молитвой покаяния, помолились крещение Духом Святым, помолились, все, я так, ну, вроде все, да-да-да. А я не переживаю возрождение. А я жду, когда оно придет. Но знаете, как я жду? Я жду, так, знаете, сел в засаде где-то своего сердца, сижу и думаю, когда же ты придешь, чтобы я тебя рассмотрел. Чтобы я определил, принимать, не принимать, согласен, не согласен, буду, не буду. И знаете, друзья, что? Я вот жду, 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 а оно не приходит. А его нету. И я уже, знаете, мысль такая, думаю, да это они играют в игру все. Это они себе понапридумывали сами и убеждают всех вокруг, такой массовый психоз, что они что-то пережили, они ничего не пережили. Знаете, такая вот эта вот пахучечка такая, невкусная. А потом однажды ночью, слава Богу за Бога, знаете, пришли обстоятельства, немножко поджало, вечером помолился, и ночью однажды Дух Святой меня как пробудил, я проснулся, меня как накрыло, мне как страшно стало за свою жизнь, я как начал молиться, и в этот момент произошло самое интересное, знаете что, я перестал верить в то, что я контролирую свою жизнь. И Я чем-то управляю в своей жизни. И в этот момент я пережил рождение свыше. Точно так же во время хвалы. Для того, чтобы пережить, насколько сладостна хвала, насколько она э, благо петь Богу нашему, друзья, в хвале нужно, чтобы хвала была подобающая. Отдайтесь, отдавайтесь хвале, отдайтесь, перестаньте вы быть вот этим, знаете, таким напыщенным, который ходит все время. Я недавно видел фотографию. Боже, надо было идти. А ну, э, э, Ромчик. Будь ласка, можете найти э, павлин с распущенным хвостом вид сзади? Вы просто посмотрите, друзья, это же интересно. Можно вот найти две фотографии, одна вид спереди, а вторая вид сзади. И знаете, у меня весь мир перевернулся, когда я увидел фотографию вид павлина с распущенным хвостом сзади. У меня все поменялось. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами это тоже увидели и поняли, что иногда, когда мы распускаем наш хвост во время хвалы и поклонения, друзья, Впереди, как нам кажется, Бог видит нас сзади. И читайте второй псалом, с чего он начинается. Господь смотрит и смеется. Ну, улыбается он немножко. Ничего страшного нет, чтобы улыбнулись. Вот сейчас вам покажут, вы видите, вот, вот реально, красивенный... Кто видел Павлина? Видели вот это? Вот. А можно там еще какой-то другой видон? Ну, тут не очень. Там такой вид, знаете, вот как курочка, вот прямо у нее там вот это, а гузочек, другой чуть-чуть там есть. Там, там вот такой, вообще там такой. Ой, Боже мой, я посмотрел, думаю, вот лучше бы я не видел. Вы понимаете, у меня все, у меня, у меня жизнь поломали той фотографией. Я всегда думал, павлины, это красиво. А, ну, друзья, по-другому. Поэтому, друзья, если вы по-настоящему действительно хватить Хвала подобающая, друзья, это то, что станет благословением нам. Аминь. Теперь, что такое, какие вы благословения, подобающие хвалы? Благословения. Для того, чтобы увидеть благословения, подобающие хвалы, я рекомендую вам, друзья, просто посмотрите на жизнь Давида. Просто возьмите, прочитайте о жизни Давида. Вы поймете о том, что этот парень, который ниоткуда, был никем, и вообще непонятно, какого он рода племени, этот человек становится человеком, о котором сам Бог, если мы прочитаем Деяния апостола 13:22 написано, Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором сказал свидетельству я, то есть, подтверждая, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, который исполнит все желания и хотения моего сердца друзья если ты хочешь понять насколько подобающая хвала может стать благословением еще раз никто ниоткуда никем никак не известен вдруг становится человеком о котором сам бог не просто говорит нам он свидетельствует то есть он кладет всю свою честь всего самого себя весь свой авторитет он кладет на весы и он говорит это человек которого я уважаю вы слышите друзья не который уважает Бога, а он говорит, Бога, это человек, которого я, Бог, уважаю. И знаете, что было секретом? Подобающая хвала. Каковы благословения подобающие хвалы, друзья? Итак, смотрите, написано первое, ибо это сладость, ибо это благо петь Богу нашему. Я хочу прочитать вам 146-й псалом, этот же псалом, в котором написано это. Читаем, второй стих. Благо. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Иерусалима. Второй стих. Господь созидает, Иерусалим собирает. Кто из вас понимает, друзья, что в эти во времена Изра... Иерусалим он был разрушен? Он не раз был разрушен. На него не раз нападали враги и так далее. И знаете, что Господь делает с теми, кто славит его? Он созидает. То есть он буквально берет, смотрите, и заново восстанавливает. Ваня, очень рад тебя видеть и буду еще более рад, если ты помолчишь. Слушайте, Бог восстанавливает. Смотрите, он берет разломанное и восстанавливает. Кто из вас помнит, когда вы пришли к Богу, и ваша жизнь в чем-то была разломана? Так вот, когда ты хвалишь Бога по-настоящему, друзья, в этот момент Бог восстанавливает твою жизнь. Он ее созидает. Он созидает. Тут то скажет, ну как это, как это? Ну, давайте, ладно, быстро, чтобы вы поняли. Большинство из нас, мы страдаем от комплексов, проблем, трагедий каких-то, с которыми мы наполнены. Когда ты по-настоящему славишь Бога, в этот момент у тебя, ты избавляешься от низкой самооценки. Ты избавляешься от мнения людей о тебе. Ты от многих вещей избавляешься. То есть буквально Бог может взять твою жизнь, разбитую другими и тобой самим, в черепки и созидать ее заново. Он сделал это с Иерусалимом. Почему бы он не сделал бы это с тобою? Почему бы ему не восстановить это с тобою? Я помню, э, э, девушка у нас как-то была в церкви, она пришла, и она, знаете, она, она только смотрит, какой парень на нее обратит внимание. И так на а, ой, а это обратил, ой, классно, классно. Я говорю, послушай, да успокойся ты. Успокойся. Она не может успокоиться. Почему? А потому что вся ее жизнь, она зависит от того, насколько мужчины обращают на нее внимание. Но если ты славишь Бога, и Бог обращает на тебя внимание, никто, ничто больше, не, оно перестает иметь значение. Бог исцеляет тебя, Он восстанавливает тебя. Разве это не благо? Разве это не благо? Благо. Давайте еще прочитаем один стих. Тут же 146-й псалом, третий стих. Смотрите, третий стих. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует их скорби. А ну-ка, скажите мне, друзья, у кого когда-нибудь бывали скорби? Бывали? А теперь внимание, вопрос знатокам. Это как они в вашу жизнь пришли? Точнее, давайте подскажем, это кто их принес в вашу жизнь? Ой! Смотрите, какая проблемка. О чем говорит второй пункт? Благо, что Бог исправляет в твоей жизни то, что шло не по Его сценарию. Он направляет твою жизнь на Его пути. Смотрите, когда мы славим Бога, скажите мне, в чей сценарий жизни входит то, чтобы делать то, что нам не нравится? не в честь сценария. Мы отказываемся. Знаете, некоторые люди, когда им говорят сделать то, что им не нравится, знаете, некоторые верующие говорят, это не Божья воля. Серьезно? А что ты это ты так решил вдруг? Ну, мне же не нравится это. Так а кто тебе сказал, что если тебе что-то не нравится, видите, не по моему сценарию. Так вот, друзья, подобающая хвала, что происходит? В этот момент Бог избавляет, врачует нас от скорби. Знаете как? Он переводит нас из нашего сценария, в котором появляются скорби, в сценарий Его, в котором появляется благо. Кто из вас когда-нибудь служил другим людям, искренне от сердца, приводил людей к покаянию, благословлял? Кто когда-нибудь это делал? Приводили людей к покаянию? Как вы себя чувствовали после этого? Вообще класс, правда? Он исцеляет от скорбей. Послушайте, когда ты служишь искренне Богу, когда твоя жизнь строится по его сценарию, ты не будешь ходить и говорить, да, в конце концов, сколько ж можно? Если ты действительно это делаешь, если ты по-настоящему готов его прославлять. Я всегда мужчинам говорю, друзья, 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 ну послушайте, ну неужели нужно дойти до времени, когда нас оденут в деревянный макинтош и будет играть музыка, но там ты уже прославить не сможешь? Неужели дождаться нужно этого момента? Мужчины, братья, вы меня слышите? Братья, скажите аминь. Вы слышите меня? Ну почему нужно ждать до того момента, пока тебя жизнь, скорби не поставят на колени, чтобы ты не сказал, Господи, подними меня с колен. А он скажет, вставай, славь меня. Неужели надо дождаться до этого? Почему скорби часто мы не... Почему мы живем в скорбях иногда после покаяния? Да потому что мы все хотим по своему сценарию. Все должно быть по нашему. Все должно быть по нашему. Все должно быть по нашему. Помните, кто помнит эту сказку Пушкина про старика и золотую рыбку? Кто испортил ему жизнь? Рыбка, да? Не попалось бы, было бы нормально. Нет, та самая, которая все время хотела по своему сценарию. Она мы... И потом сидит старик, знаете, в конце. Я думаю, друг... честно, я не знаю, как вы, мне нравится конец этой истории. Я думаю, старик сел, такой сидит и говорит, слава тебе, Господи, отстала. Почему, друзья, Бог хочет сворачевать твои скорби? Но Он это сделает так, что Он перерас... перенаправит твою жизнь на его пути. И с чего это начнется? С хвалы. Еще раз говорю, подобающая хвала не входит в сценарий ни одного человека. Помните, я вам рассказал, с чего я начал? Я встал, уперся в стул, смотрю по сторонам, думаю, какие странные люди. Хлопают, прыгают, скачут, хвалят. А я не такой, а я молодец, а я серьезный человек. Не то, что они тут вот эти полоумные скачут. Так слушайте, из всех тех в зале, знаете, кто был полоумным в тот день? Давайте я не буду показывать пальцем. Самым полаумным тот день был я. И, и я хочу сказать, некоторые из нас мы по-прежнему нам даже очень ничего быть так странненькими. Давайте прочтем, друзья, с вами следующий. Четвертый стих. Четвертый стих. Третья часть. Исчисляет количество звезд, всех их, называет именами. Обратите внимание, именами их. У меня вопрос, кто, кто из вас считается звездой? Я, я звезда, я звезда. Я, правда, звезда. Ну а что не? Вы все звезды на самом деле. Просто вы стесняетесь об этом сказать. Да, не соромимся, нормально, да? Мы звезды, я звезда. Знаете почему? Он меня создал таким. Извините, никто из вас на меня не похож. Я на вас тоже, правда. но и вы на меня не похожи. Мы звезды, каждый. Знаете почему? Смотрите, он исчисляет количество звезд. Внимание, кто их создал? Бог. И что он делает? Всех их называет именами их. А кто знает, что такое имя? Это судьба человека, правда? Это будущность человека. Так вот я вам напишу. Бог созидает твою жизнь такой, преподобающей хвале, какой задумал ее он, а не ты. Мы знаете, какими хотим быть звездами? Я, кто, кто из 90-х? Есть такие здесь динозавры? Сестры, сестры, девушки меня сейчас интересуют. А кто помнит вот эту челочку? С сахаром. А кто носил ее? Танюш, давай на следующую субботу сделаешь все такое. Аня. Ой-ой-ой. Дим, давай сделаем, да? О, слушай, для интереса, Аня, ты не поверишь. Так вот послушайте, знаете на что это похоже? Вот так, друзья, похоже на то, что мы по-прежнему вот так ходим. Это ты одеваешь вот эти мальвины, это ты одеваешь этот свитер-бойс, это ты одеваешь эти инспекторы малинового цвета. Пиджак этот красный на свитер. Свитер в, штаны заправляешь. Рубашечку под ним застегнутую на верхнюю пуховицу. Ты выходишь с барсеткой весь такой и говоришь, какой я звезда. А знаете, в чем? И носки, да, белые. Белые обязательно. И знаете, что в этот... Да, и знаете, что в этот момент? В этот момент Бог говорит, ты звезда, но ты сам себя назвал таким именем. Бог не подписывается под этим именем, потому что когда Он называет тебя своим именем, то есть, когда буквально Он делает твою жизнь такой, какой задумал ее Он, в этот момент ты вдруг начинаешь чувствовать себя звездой. Ты начинаешь понимать, что на самом деле ты уникален. Ты неповторим, потому что ни, ни, никогда Бог не говорит с человеком так, как Он говорит с ним во время хвалы и поклонения. Все хорошо. Это дети, все нормально, не переживайте. В отличие от нас, у них, с вами, у них хорошее время. Я верю, что и у нас хорошее. Так вот, я написал себе. Часто мы стремимся построить жизнь, слушайте внимательно. Часто мы стремимся построить жизнь, которая будет настолько достойна и успешна, что многие будут ей завидовать. Но у Бога есть его план на твою жизнь, звездный план. Знаете, почему многие верующие, они настолько подвержены вот этой вот, знаете, гонить гони, гони тебе за успехом? Потому что, внимание, только тот, кто добился большего успеха, является звездой. Так же или нет? в миру, скажите, кто звезда? Тот, кто круче, правда? Кто богаче, машина круче, это круче, это, это. И это звездный план, по которому живет мир. Но у Бога есть, друзья, смотрите, называют всех их именами их, то есть теми именами, которые придумал Бог, а не теми именами, которыми хотим быть мы. Знаете, что самое нелепое в жизни я встречал? Я помню, как-то я приехал в Западной Украине, где-то был сейчас скажу где-то 2000-й год я помню я приехал и я знаете такой э, парень там церковь была и такой парень молодежка я вот общаюсь с ними парень на молодежке знаете у него вот он одет как этот э, из Гарлема откуда-то из такого негритянского квартала рэп певец знаете вот это с цепями со штанами вот этими опущенными и я когда с ним он подходит такой знаете он говорит ну же доброго дня моя Вася звудь». И знаете, вот я вошел в это состояние, знаете, маятник перестал колебаться. Потому что он себе настроил вот эту жизнь, вы понимаете, он построил себе эту жизнь. И он в эту жизнь ворвался, и он пытается этой жизнью ворваться в мою. Но ничего, кроме смеха, не вызывает это. Потому что наш звездный план, друзья, вот он такой, он изначально неправильный. Но если ты действительно схвалишь его, неважно, что о тебе в этот момент думают. Бог в этот момент, Он называет тебя твоим именем. Он созидает твою судьбу. Он показывает тебе, ты вот такой. Ну, вот ты такой. Не парься. Пастор Светов, да, спасибо. Давайте я приведу вам примеры. Возможно, кто-то из вас, это даже домашнее задание. Кто из вас слышал имя такое Джордж Мюллер? Кто-то слышал? О, друзья, если вы не слышали никогда имени, запишите сейчас. Джордж Мюллер. Прочитайте. Это человек, имя которого не на слуху, его не знают, как Рианну там, или еще кого-то, там или Ким Кадридашьян. Нет, его мир не знает. Но если бы не было этого человека, друзья, слушайте, это человек, который придумал концепцию детского дома. Это человек, который стал его называть отец-сирот. Это человек, который перевернул историю сирот с головы на ноги. Вот эта звезда. Но мы не знаем таких звезд. Но Бог написал его историю жизни, звездную историю жизни, и когда сегодня ты перечитываешь ее, ты не можешь не восхищаться. Запишите себе, прочитайте историю Джорджа Мюллера, отец сирот. Это потрясающая история жизни. И дальше, смотрите, вторая часть, помните этого стиха? Это сладостно, это сладостно, четвертый пункт. Что здесь? Шестой стих. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых, нечестивых унижает до земли. Друзья, скажите мне, нужно смирение, чтобы хвалить Бога? Безусловно. Это же надо стать выше, поставить его выше себя, правда? Смириться. Смиренных возвышает Господь. Так вот, жизнь в плане Божьей благости неизменно ведет тебя к возвышению твоей жизни. Но не потому, что так тебе хочется, а потому, что это и есть сладость жизни с Ним. Послушайте, неизбежным следствием гордыни является что? Падение. Неизбежным следствием смирения является что? Возвышение. Не надо ничего к этому добавлять. Это аксиома, это закон. Это не нужно доказывать, так оно работает. Смиренных что делает? Возвышает Господь. Как это происходит? Какая вам разница? Это, мы не знаем, как это происходит. Просто это происходит. Потому что возвышает Он. Ну, возьмите, прочитайте историю Ирода, четверовластника, который там вышел и сказал, Ой, какой я молодец, и все ему пели оды. Через 15 минут был изъеден червями. Почитайте историю на который сказал: Нет, мощнее меня на этой земле. И следующие семь лет провел в безумии, в безумии с животными, траву ел. Друзья, смиренных возвышает Господь. Неужели это нужно доказывать? А нечестивых унижает до земли. И последнее, друзья, последнее благословение. Благословение это 8 и 9 стих. Он, то есть Бог, покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь. Знаете, кто эта земля? Когда я хвалю Бога, я эта земля, Он приготавливает дождь, произвращает на горах траву, трава не растет на горах, друзья, там камни. Но когда Бог ее произращивает, она растет даже на камнях. И злак в пол, на пользу человеку дает скоту, пищу его и птенцам ворона, ворона, взывающего к нему. Жизнь в плане Божьей благости содержит в себе обеспечение, но к этому моменту вы и так уже, наверное, это понимаете, что так оно и есть. Кто из вас может сегодня свидетельствовать, что когда ты действительно живешь жизнью для Бога, никогда в жизни, никогда в жизни Бог тебя не оставит? Никогда Он тебя не оставляет, если ты проживаешь свою жизнь. Итак, друзья, давайте еще раз мы с вами прочитаем вот эти вот простые слова, друзья. Один стих, простые слова, но какой результат? 146-й псалом, первый стих. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему ибо это сладостно, хвала подобающего. Кто понимает, друзья, что это очень глубокий стих? Возможно, сегодня именно вы и слышите этот стих, потому что Бог хочет сделать, насытить вашу жизнь благами и дать ей эту сладость, которую может дать только Он. Возможно, примите это, посвятите свою жизнь Богу. Давайте каждый склоним голову, сейчас мы будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы сегодня благодарим Тебя, мы Славим Тебя, мы величаем Тебя, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь, что сегодня в этом урагане хвалы, Господь, в этой вихре поклонения, Господь, сегодня Ты говорил с нашими сердцами. Когда я стоял здесь на сцене, Господь, Ты действительно показывал то, что Ты способен передвигать горы, Ты способен проламывать коридоры там и туннели там, где их никогда не было. Господь, но Ты ожидаешь моего сердца. Я молюсь Тебе, Господь, сегодня о каждом человеке, кто принимает решение посвятить свою жизнь хвале Тебе. Во имя Иисуса Христа. Благослови сегодня и говори в наши сердца. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу, друзья!